Старого уже, нового еще нет. Жители Ювановского сельского поселения Ядринского района ждут и гадают, когда же начнется строительство новой больницы, которая так им необходима. Старую снесли еще в начале августа и обещали сразу же заложить фундамент. Но вот только место, где должна быть больница, пустует до сих пор. Офис врача общей практики – ветхое деревянное здание. Вот что еще месяц назад было на этом месте. Небольшая поликлиника, которую построили 90 лет назад, обслуживала два сельских поселения, а это порядка 1000 человек. Сейчас тут должны быть строители, кирпичи и техника, но этого нет. До сих пор не нашелся подрядчик. Смета была составлена в ценах первого квартала 2021 года. После этого произошло повышение стоимости стройматериалов. Соответственно, ни один подрядчик, сколько мы уговаривали, тоже пытались, все отказываются. Мы, говорят, минус работать не будем. Три аукциона признаны несостоявшимися. 3 месяца за проект никто не берется. Цены за это время выросли в разы. 26 миллионов рублей на строительство новой большой больницы уже не хватает. Нужно 40. Проект нужно переделывать. Но жители без медицинской помощи не остались. Медицинское обслуживание населения Ивановского куста сейчас проводится или мобильными врачебными бригадами, или на трех отделениях, в трех сельских пунктах, которые расположены на территории обслуживания этого отделения. В Минздраве уже рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств. Жители надеются, что в ближайшее время работы все-таки начнутся. Пожилые в основном нуждаются в экстренной медицинской помощи. И рядом школа. В школе более 150, как говорится. Тоже школы перспективные. Тут в округе уже средних школ нет. Медицинская помощь действительно нужна. Сейчас до ближайшей поликлиники в Ядрине около 40 километров. Пенсионеры туда добираться не хотят. Далеко. Для них повод для радости – это новость о строительстве долгожданной больницы. Екатерина Никитко, Алена Алтухова, Георгий Кривошеин, Республика Ядринский район.